А в Николаеве от полицейских пытался скрыться мэр. Это буквально детективная история с побегом чиновника и последующей явкой. Столичные правоохранители приехали из Киева, чтобы вручить Александру Сенкевичу подозрение в коррупции. Но градоначальник улизнул через балкон в здание исполкома. Детали у Кирилла Ющишина. Сразу трое сотрудников Департамента защиты экономики нацполиции прибыли в приемную городского головы сегодня утром. Там их встретили помощники мэра. Дальше не пустили. Сначала просто перекрыли вход в кабинет, а затем и заперли двери на ключ. Он вас примет в 4 часа. Он мэр. У него, извините, пожалуйста, у него график. Дай ключи. Пока в приемной продолжалась неразбериха, Сенкевич вышел на балкон и залез в окно соседнего кабинета. Об этом нам рассказали сотрудники мэрии. Дальше градоначальник покинул здание исполкома, а в коридорах появилось шуточное объявление о розыске Сенкевича. Но в 4 часа вечера, как и обещал, мэр вернулся и встретился с полицейскими. Перед камерами принял протокол. Суть претензий заключается в том, что после избрания на должность городского головы Сенкевич на первой сессии горсовета проголосовал за утверждение своего оклада, хотя делать этого не имел права. Теперь должен заплатить штраф. Винен в вчиненні корупційних дій. Дій себе не вважаю. По мнению мэра Николаева, протокол – это попытка оказать на него политическое давление со стороны оппонентов. Все то, что происходит в последнее время, называю не более чем просто травлей и как бы тем, что мешают человеку работать, мешают городскому голове заниматься своими обязанностями, управлять городом. Я должен заниматься и отмахиваться от мух, вместо того, чтобы заниматься реально управлением городом. Если обвинения пустяковые и мэр уверен в своей правоте, зачем убегать? Да еще и через окно. Сенкевич комментировать отказался. Я не буду скрывать то, что я не выходил из кабинета через свою парадную дверь, которая у меня есть здесь. Да, давайте поставим так. Дальше делом о коррупционных действиях мэра будет заниматься суд. И уже там сам Сенкевич и правоохранители будут отстаивать свои позиции. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Николаев.